образовательных учреждений. Я сердечно поздравляю вас с Днем Учителя. Сегодня мы чествуем тех, кто свой талант, душу, сердце отдает детям. Это искусство поистине сравнимо с поэзией. И об этом сегодня уместно сказать в день рождения Сергея Есенина и Ивана Шмелева, великих русских поэтов и прозаиков. При всем богатстве методик, личного опыта, различных практик, мы все равно остаемся в предвкушении чуда. Чуда рождения, становления личности человека, гражданина. И здесь мы единомысленны, потому что вместе понимаем, что кроме образования очень важно воспитание. Есть такое хорошее слово «просвещение». И священник, и учитель несут свет детям. Они им передают смысл жизни и радость бытия. В этот прекрасный день я желаю вам гореть духом, дерзать, творить, стремиться быть устремленными в будущее. Пусть благодарным откликом тех, кого вы научили, будут новые сплоченные семьи, крепкие руководители, отважные защитники нашего Отечества, сильное общество и великая Россия. С праздником! Поздравляю всех вас!